Самая активная молодежь Бердска приняла участие в очередном традиционном слете лидеров школьного самоуправления. Татьяна Кузнецова побывала на мероприятии и пообщалась с молодежью. Открытие городского слета лидеров школьного самоуправления прошло в позитивной и дружеской атмосфере. С помощью танцевального флешмоба и видеороликов прежние участники вспомнили всю проделанную ими работу, а новички получили представление о предстоящей. Я приехала сюда для новых знакомств, узнать что-то новое, чтобы расширить немного свои знания, так чисто отвлечься и повеселиться. А на какую ты площадку записалась? На гражданскую. Чему вас там будут учить? Я думаю, там будет что-то связанное с волонтерством, как-то помогать людям, в общем, то, что мне ближе. Мы здесь как наполовину организаторы, наполовину участники, потому что для нас тоже проводятся тренинги. К нам приезжают какие-нибудь мастера. В этом году для нас